Телекомпания «ВИТ» представляет. Здравствуйте, уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Музыка – это блаженство одного, разделенное на всех. Как приятно, что мы можем разделить с вами блаженство музыки, радость, азарт наших игроков. А с нашими игроками мы можем разделить неплохой финансовый выигрыш. Итак, мы начинаем сегодня с нами здесь, эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. Вот и наши участники, встречайте их аплодисментами, криками. Добрый день! Привет, привет! Вот занимайте ваши игровые места. Мы начинаем наше шоу прямо сейчас. Добрый день, очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Надеюсь, добрались легко и непринужденно в ожидании и предвкушении игры. В точно таком же ожидании и предвкушении, но, правда, ваших имен сейчас находятся наши телезрители. Участница под номером один – Любовь Каява. Работает няней, мечтает посетить Лора-парк долины Аратава, где собрана уникальная коллекция попугаев. Участник под номером два – Сергей Казанский. Студент обожает соревнования и любит выигрывать в мгновенные лотереи. И третья участница нашей программы – Рашида Мирзоева. Учительница русского языка и литературы. 15 лет назад, отдыхая в студенческом лагере, она случайно поймала на удочку симпатичного мужчину, который стал ее мужем. Итак, уважаемые участники, мы с вами познакомились. Давайте начинать наше сегодняшнее шоу. Любовь, прошу вас. Лейся песни. Еще раз про любовь. Звезды Евровидения. Бессонница. Что хотите? Еще раз про любовь. Еще раз про любовь. Песня о любви. Нотка. Номер три. Нота номер три. Цена нотки. 1000 рублей. Слушаем. Сергей. Женское счастье был бы мил рядом. Ну а больше ничего не надо. Есть! Первая мелодия вам покорилась. Сергей, отлично. Ну, в школе вы стали петь с самого начала, будете петь до конца. Таково мое решение. Хао! Я все сказал. Прошу. Звезды Евровидения. Звезды Евровидения. Итак, это песни коллективов, которые защищали честь нашей страны на Евровидении. Не обязательно они пели эти песни на Евровидении, они просто в их репертуаре. Нота. Номер один. Пожалуйста. Сергей, а нет, 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 любовь первая, да. И успокойся. Я спокоен. Я спокоен. Та-та-та-та-та-та-та. Не бойся, не проси. Не верь, не бойся, не проси. Естественно. Не верь, не бойся. Списываю, скажем так, не совсем точный ответ на ваше волнение. Отлично, выбирайте. Еще раз про любовь. Еще раз про любовь. Нотка. Один. Пожалуйста. Хорошо, да. В городском саду играет духовой оркестр. Совершенно верно. На площадке танцевальной нет свободных мест. Любовь, не надо фальстартов. Я на самом деле верю, что Рашида знала эту песню, но во всяком случае вы могли и подсказать, если бы она не знала ответ. Прошу вас, Рашида. Лейся песня. Отлично. Итак, вокально-инструментальный ансамбль в этой категории. Нотка. Давайте ноту 3. Пожалуйста. Хорошо, да? Ой. Смотрите, меня он такой. Холодно, холодно, а он так. Хорошо, да, раз. Снег кружится. Снег кружится, летает, летает. Да, совершенно верно. Угадано. Так, я выбираю, да? Хорошо. Давайте еще раз про любовь. Нота номер два. Уже звучит. Любовь была первой, да. Ты прости меня, любимая, за людское зло. Да. Сергей, а как бы мы это хорошо с вами спели? Но спели с любовью не хуже, абсолютно верно, конечно. Выбирайте. Еще раз про любовь. Четвертая нота, слушаем. Да, Сергей, секунду. Любовь первая нажал. Объясняю, в чем ошибка. Вы, знаю. И вот так. А Люба, аккуратно. Мое. Да. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-тун. Раз.
а два, а три. Ах, какая женщина. Ах, какая женщина. Мне б такую. Нет, к сожалению, ответа я не услышал. Сергей, вы не заработали денег, но зато одной соперницы на площадке в течение двух мелодий не будет. Любовь, на две мелодии я вас лишаю права игры. Сергей, выбирайте. Звезды Евровидения. Нотка? Номер два. Пожалуйста. Да, Сергей? Ой, мои ножки, мои ножки. Алла Борисовна Пугачева. Да, конечно. Она защищала честь нашей страны с песней «Примадонна». Это песня из ее репертуара. Я прошу зажечь свет над любовью, уважаемые участники. На этом время первого тура нашей программы подошло к концу. Кто-то ошибался, кто-то пытался перехватить инициативу и был за это жестоко наказан. Забудем об этом. Во втором туре у нас будут только верно названные мелодии. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Начало игры положено. Главное, чтобы Сергей только не разломал нам декорации, потому что, судя по его комплекции мощи, он это может сделать. Будем верить в чудо. Давайте наслаждаться нашим шоу, наслаждаться нашей игрой. Для этого нужно встречать аплодисментами наших замечательных участников. Прошу вас занимать ваши игровые места. Продолжаем. Итак, подведем итоги первого тура. Идете практически вровень, но Сергей лидирует, поэтому вы будете выбирать первую категорию второго тура. Богема, школьная пора, мультипульти, хит-группы. Школьная пора. Школьная пора, песня о школе, 1500 стартовая. Приготовились, приняли позу при авиакатастрофе. Вперед. Слушаю вас. Рашида. Раз, два. Летят журавли. Кто сказал летят? Сереж, ваша работа, да? Подсказывать, вредничать, да? Нет, к сожалению, нет, вы ошиблись. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам обернуться назад. Хорошо, да, две мелодии вовне игры. У нас наметилась такая тенденция у милых дам. Нажимать кнопку, лишь бы не ответил мой соперник. Накажу. Накажу примерно. Аплодисменты Рашиде, я сейчас там темно, страшно. Любовь, выбирайте, прошу вас. Мультипульти. Мультипульти. Итак, музыка из отечественных мультипликационных фильмов. Поехали. Да, Любовь? Из мультфильма «Бременские музыканты». «Бременские музыканты», да, совершенно верно. В зале полная тишина. Как называется? А, песня. Ну, раз, два, три. Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая покинула. Оставила, простите, оставила отца. Любовь. На скамейку штрафников. Шага марш. Рашида, у вас появляется соседка. Сергей, вот она, мужская солидарность. Выбирайте любую категорию, спокойно, не торопясь, отгадывайте мелодию и забирайте деньги себе. Что будете играть? Мультипульти. Мультипульти. Следующая мелодия. Вперед. Правильно, правильно. Лучше чуть раньше нажать на кнопку, но не потерять мелодию, да. Собака бывает кусачей. Кусачей только от жизни собачьей, совершенно верно. Угадано. Рашида, вы возвращаетесь в игру, мы вас встречаем аплодисментами. Добро пожаловать. Только не ошибайтесь. Сергей, прошу, выбирайте. Мультипульти. Мультипульти, следующая мелодия, вперед. Да, Сергей. Ах, облака, белокрылые лошадки. Белогривые лошадки. Засчитано. Вы относитесь к своему игровому месту, как будто оно живое. Дожать, да, ты еще шевелишься? Нет, нет, ты не будешь жить. Над любовью зажигается свет, она в игре. Встречаем ее аплодисментами. Сергей выбирает, прошу. Мультипульти там. Мультипульти, пожалуйста, слушаем дальше. Рашида. В саду ли, в огороде? Мультипульти категория. Опять ошиблась. В саду ли, в огороде — это русская народная песня. В смысле, мультфильм, да? Это называется уже рецидивизм. Антошка? Про Антошку? Мальчик. Мальчик. Так. Ярковолосый. Раз, два, три.
Рыжий-рыжий конопатый. Рыжий-рыжий конопатый, хорошо засчитано. Уж так и быть. Но вы начинаете меня злить, уважаемые участницы. Вы ошибаетесь. Я не могу вас отправлять постоянно на скамейку штрафников, поэтому впредь будете, пожалуйста, аккуратнее. Рашида, выбирайте. Давайте школьная пора. Школьная пора, слушаем. Номер два. Любовь. То ли еще будет, то ли еще будет. Ой-ой-ой, абсолютно верное решение, да. Итак, мы начинаем подводить наши итоги. Но, Сергей, вам-то бояться нечего. Спокойно. У вас-то угадных мелодий выше крыши. А, Любовь, к сожалению, вы не успели догнать вашу соперницу Рашиду. Рашида, вы выходите в третий тур. Любовь, а мы с вами будем прощаться. Под аплодисменты всех присутствующих. Спасибо огромное. Играли вы хорошо, интересно, запоминающиеся, но чуточку хуже ваших соперников. Всего доброго, Рашида, Сергей. Увидимся в третьем туре. Все-таки порочная эта тактика. Я нажму, чтобы другой не нажал. Ничего страшного, в конце концов, они же волнуются. Им тяжело, им трудно. Простим им эти маленькие огрехи. Забудем. Продолжаем наше сегодняшнее шоу. Третий непредсказуемый. Являющийся притчей во языцах, кто вступает в свои права. Прошу вас, занимайте свои места. Сергей, Рашида, начинаем. Прежде чем мы начнем третий тур, Рашида, хочу предупредить вас об одной опасности, которая вас преследует на нашей площадке. Не берите на себя повышенных обязательств, если только не уверены в правильности ответа. Сергей, все хорошо, все замечательно, только тоже одна опасность. Вы можете сломать наше игровое место. Мы принесем, конечно, новое, но это займет время. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Сергей. Сергей, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о желании быть найденной. Прошу вас. Рашида, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Так, я попробую с 6. А я попробую с 5. Попробуйте. Попробуйте. Итак, песня о желании быть найденной. 5 нот. Нет, пусть мама услышит, пусть мама придет, нет. Пусть мама, песня «Мамонтенка». Нет, к сожалению, там было бы желание быть найденным, а тут найденной. Летели недели на перекрестке двух дорог. Сумей меня найти. Отпетые мошенники и группа «Сливки». Подсказка номер два. Просто группа «Сливки». Песня о счастливом финале телешоу. Рашида, вы начинаете, прошу. Так, Сережа, я попробую угадать эту мелодию с 7 нот. Я попробую угадать мелодию с 6 нот. Попробуйте. Пробуйте. Песня о счастливом финале телешоу. 6 нот. Круто, ты попал на ТВ. На ТВ, совершенно верно. Да, «Фабрика звезд». 1-1. Подсказка номер 3. Строевая песня, помогающая сносить невзгоды. Сергей, прошу. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я попробую с 6. С 5. Попробую с 4. Угадывайте. Угадывайте. Строевая песня, помогающая сносить невзгоды. 4 ноты. По долинам и по сгорьям. Шла дивизия вперед. Правильно сделали, что выдвинули версию, к сожалению, неверную. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. А ты, любимая, дождись меня, и я вернусь. Счет 2-1. Подсказка номер 4. Песня о затянувшейся баталии. Сергей, прошу вас, вы начинаете. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я попробую с 6. С 5. Угадывайте. Угадывайте. 5 нот. Песни о затянувшейся баталии. Слушаем. И вновь продолжается бой. 3-1. И сердцу тревожно в груди. Да, конечно, угадано. Сергей, поздравляю, Рашида. Я вижу, что вы расстраиваетесь, но третий тур, он непредсказуем. Тот, кто захватил инициативу, тот и банкует, если говорить языком карточных шулеров. Рашида, я поздравляю вас с участием в нашей программе. Спасибо огромное. Аплодисменты, дорогие друзья. Сергей, увидимся в суперигре. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Да, бой продолжается. У Сергея в сердце тревожно. Сердцу самому тревожно в груди. Ничего страшного, он справится с волнением. Я уверен, выиграет суперигру.
Называет время финала нашего шоу Сергей Казанский, студент. Кстати, любитель выигрыша в моментальной лотереи. Занимает центральное место, место финалиста и победителя. Я уверен, у него все получится. Сергей, вот вы любите играть в моментальные лотереи, выигрывать деньги. Вы выиграли у нас 12 656 рублей. За полчаса это не моментальная лотерея, но согласитесь, это не самый тяжелый заработок в жизни. Более того, а хотите, мы его умножим? Естественно. Более того, помимо того, что мы можем умножить ваш заработок, вам достанутся все лавры победителя. Сейчас у вас так называемый средний лавровый венок. Будет большой лавровый венок с висюлечками. Итак, 7 мелодий, 30 секунд, ошибаться нельзя. Можно пропускать мелодии. Мы желаем победы нашему финалисту Сергею Казанский. Поехали. Да. Снова звезды вдаль идут по синим рекам. Песня остается года. Человеком, совершенно верно, конечно. Песня не обращается с тобой. Угадана. Есть. Вторая. Александра, Александра. Этот город наш с тобой. Засчитано. Отлично. Два. Третье. День Победы, как он был от нас далек, как в остре потушим таял уголек. Я просто думаю, выдержит наше игровое место до конца суперигры или нет. Засчитано, конечно. Дальше. Кнопку, кнопку, жмите кнопку, Сергей. Жмите кнопку, известная песня. Электричка. Он уехал прочь над ночной электричкой, совершенно верно. Электричка Алена Апиной. Я просто затормозил. Сколько времени осталось? Просто время начало убегать. Дальше. Хмельна ли жизнь, иль хороша, единый парус и душа, судьба и родина едины. Не вешать нос, горды Марины, совершенно верно. Отлично. Сколько там мелодий-то? В запасе 8 секунд, 2 мелодии впереди, по 4 секунды на мелодию. Желаю удачи, поехали. Почему так в России березы шумят? Давайте, пойте, пойте, давайте. Почему так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? Есть эта мелодия, да! Ну что ж, один финишный рывок, поехали. Ну? Алёшка. Алёшкина любовь. Алёшкина любовь, потому что некрасиво бивать девчонок, ребят. Сергей Казанский выигрывает суперигру. Прекрасно. Без практически единой подсказки ведущего в течение всей игры. Только надеясь на свои силы, он сотворил чудо на нашей сегодняшней площадке, чему мы несказанно рады, дорогие друзья. Вот он, практически эталон нашего игрока. Хотя единственное, что мне кажется, нужно было выиграть ему побольше у нас денег. Ничего, придут следующие и выиграют. С вами остается группа «Веселые ребята», Алёшкина любовь. До скорой встречи. Пока. Ну ответь мне нет при встрече.
чтобы стало сердцу легче. Я так жить, поверь, мне больше не могу. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути.